Добрый день! В данном видео мы с вами рассмотрим полуавтоматический купер модели МЗ-400Т. Как вы видите, очень много разных видов тары. Давайте, пожалуй, начнем и закатаем самый маленький флакончик. Ну, естественно, сейчас мы переналадку не будем на все тары, на все виды тары. Также видите, на маленький флакончик, чтобы руки нигде вас не зажало, сделан специальный подставка. Для смены направляющей откручиваем два винтика, приподнимаем направляющую и снизу меняем уже саму направляющую. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.